Всем привет, меня зовут Паша Иванов, и я редактор BMX-ресурса ВМХшка. Многим интересно, как проходит BMX-зима в Москве. И на самом деле есть несколько вариантов развития. Вы можете кататься в BMX-школе. Это первое, наверное, самое простое, что приходит в голову. Второе, вы можете кататься на парковке в торговом центре. И третье, вы можете каким-то чудом попасть в настройку к Ваську Борисенко, в его царство волнушек. Вы, наверное, видели уже видео в прошлом году, как ребята закрывают этот офигенный рейстрек. Плюс ко всему, достаточно недавно в Москве открылось очень много маленьких таких мини-плазочек. Есть даже бетонный крытый скейт-парк с батутным центром. Это достаточно интересно. Туда, скорее всего, тоже сходим и посмотрим, как там обстоят дела. Но сегодня я предлагаю поехать в BMX-школу на Семеновскую. Чтобы вы понимали, я туда первый раз, то есть у меня нет ни справки, ни какой-то вообще информации. Так что поеду на полном фристайле, буду мутить справочку непосредственно там, расскажу вам как, чё почём. Все уже там были, блядь, 100 раз. До меня один я мудак. Давай как бы зима. Для катания в BMX-школе вам обязательно потребуется шлем. Такой красивый, как у меня. Что же это? Тренажка ВМХ-шка! Вот, собственно, таким нехитрым образом велосипед влезает в тренажку ВМХ-шку. Пожалуйста. Справки заебал. Опа, что это? Кто это такой? Кто это такой? А где айфон твой? Здравствуй. Я Дима Набрин, говорит, да, брат. Это ВМКшка. 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 Мы снимаем блоги о том, какие мы красивые. А то как, какой BMX уебищный. Мне кажется, как будто у меня моноброс. Нет! Девчонки, не пишите мне, у меня есть девчонка. Мне пишите. Ему пишите. У меня есть мальчишка. Вот он сидит рядышком. Вот здесь мы живем. Очень. О, смотри, как будто на мне GoPro, типа. Знаешь, как GoPro всегда типа дыхание слышно. Клип на хат. Так, купила морковку, лук, мама просила памперсы мне прикупить, а в ванете бар забыл. Наш бьюти-блог называется Пати. Паша, Дима и компания. Друг. Чем твой друг барыжник? У каждого русского парня должен быть друг хач. Чего тебе потом бутылки? Чтобы кого-нибудь хачом называл. Лер, привет. Привет. Передаю привет подписчикам. В МХ-шке. Пошли прыгать. А бэкфлип. Ooh!
супер эпичный блог. Представляю! Это было так близко. Подписывайся на мои идеи, на мамашку и на бык. На мою мамашку. Нормально. Это Sony? VX? VX. VX. Ребят, хотите такой же VX? Надо дохуя денег. 26 рам. Купайте Vans. Иди ты нахуй свою рекламу. Я ж Mayday не рекламирую. Из мусорки достал банку и пьет пустую, First try, baby, Че, домой? Нет, на этой трассе мы дальше кататься. Сейчас все свалят. Я на Максе, Макс на мне. Такой получился вебизод. На самом деле еще куча различных спотов. И в следующих сериях мы расскажем вам, как зимуют московские биомиксеры. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх и не забывайте заходить на сайт vmh.ru, ведь там всегда самая интересная и актуальная информация из мира BMX.